Круглый стол, посвященный 120-летию железной дороги Казахстана, стал важным событием для областного центра. В мероприятии приняли участие ветераны железнодорожной отрасли, которые поделились профессиональным опытом и ценными знаниями с молодыми специалистами. Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в экономическом и социальном развитии страны. За 120 лет существования железнодорожный транспорт прошел большой путь масштабных преобразований. Специалисты отрасли выступили с докладами и поделились последними достижениями инфраструктуры. В свою очередь, ветераны труда рассказали о вызовах, с которыми они сталкивались за годы работы. Мы не представляем работу железнодорожного транспорта без непосредственной связи всех служб. Пусть это будут энергетики, движенцы, локомотивщики, путейцы, вагонники. Это поезд не отправится без заключения вот этих всех служб. Мы сегодня видим единство и сплоченность непосредственно коллектива отделения дороги, непосредственно молодежи, которые продолжают традиции и начинания наших ветеранов. И сегодня мы, ветераны, желаем непосредственно молодежи верим и видим, что они стремятся. Мы заслушали их отчет, но, по крайней мере, знаем, что наша молодежь, она добьется многого. И железная дорога бесперебойно будет работать в любых погодных условиях, в любых случаях, но, по крайней мере, обеспечит непосредственно грузами и материалами непосредственно наш областной центр, наши районные центры и, по крайней мере, принесет много пользы экономике нашего государства. Молодые специалисты, присутствовавшие на круглом столе, глубже узнали историю железной дороги Казахстана. Рассказы о первых этапах строительства и развития железнодорожной сети, о трудностях и достижениях, с которыми сталкивались прежние поколения, открыли для них новые перспективы и вдохновили на дальнейшую работу. Сегодня ветераны труда поделились очень интересной и важной информацией о трудовой деятельности. Мы почувствовали гордость за свою профессию и осознали важность вклада каждого сотрудника в развитие железнодорожной инфраструктуры. Они служат для нас примером преданности делу, профессионализма и ответственности. Молодые специалисты железнодорожной отрасли выразили благодарность ветеранам за вклад в развитие железнодорожной системы Казахстана. Благодаря многолетнему труду и самоотдаче предыдущих поколений, сегодня отрасль продолжает успешно развиваться, отметили молодые специалисты. Арайлым Шатырымбек, Сабырбек Шериаздан, Алишер Шакубаев, Кокчи Ахпарат.